Всем привет, ребят. Вот такая температура в простое. Компьютер уже 20 минут в простое. Это FX8320, новая материнка. Уже как полгода заменил. Здесь греется, получается, только северный мост в районе 40 градусов. Ядра по 20 градусов. Крышка тоже в районе 25. Вот. Материнка новая. Гигабайт. FX8320 в стоке до 4, то есть буст у него. Вот температура в простое. Уже 20 минут в простое. Вот так вот прыгает температура. 28 видеокарта R9 270. Вот 8320 стоит. Видеокарта R9 270 OUC разогнана, 2 гигабайта DDR5. Вот такая вот температура в простое у меня. 8320 в стоке, еще раз повторяюсь. Материнку уже новую полгода как заменил. 890 GPA UDA3H. 970 чипсет. Процессор не гнал.